Я предлагаю отменить игрушки Пушкин. Исполняет автор Лаля Мухтарова. Я предлагаю отменить игрушки Пушкин, игрушки-пистолеты, да и вообще все то, что связано с войной. Не наигравшись в детстве, люди, видимо, уносят в жизнь взрослую невоплощенное свое. Плюют на женщин, на детей, на стариков. Людские жизни не важны им. Только лишь победа им нужна любой ценой. Все больше увязая в адских злодеяниях, они уж позабыли, что такое хорошо, а плохо что. Я предлагаю в детстве не играть в войнушки, ведь существует в мире много игр получше, где не придется понарошку вам убивать кого-то, а вырастая так спокойно, закрыв глаза и сердце на страдания, разруху, на слезы матерей печальной войны, печать уж настоящую кровь чью-то проливать. Зачем такое детям вам внушать? Что в этих играх прок есть? Только лишь одно — впускать в ребенка злость, что побуждает убивать, уничтожать и разрушать все на пути своем. Зачем все это нужно? Для чего? Ведь в мире всем есть место, и природа на планете нашей всем дает добро. Вам свыше жить, любить, прекрасное творить дано, а вы все в игры дикие играете, кто первый начал, кто второй. Пусть вера и любовь вам станут путеводной звездой, пусть победит добро, не зло, а не согласен кто, ну, так вперед. С планеты нашей прочь.